Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас в гостях на своем канале. И сегодня мы будем снова разбираться в новинках из магазина Fix Price. Среди полезных вкусняшек на полочках появился Vita Morse Immuno. Это специальный морс-напиток в упаковке 10 пакетиков, стоит коробочка 99 рублей. В составе среди натуральных компонентов клюква, брусника, цинк и витамин С, которые должны благотворно влиять на наш иммунитет. Интересные хлебцы с йогуртной глазурью за 55 рублей. Упаковочка очень легкая. Я так поняла, что хлебцы круглой формы. Весит это все 65 грамм. Но очень забавно. Пластиковые стаканчики с трубкой и с милыми смайликами на пружинке, которые располагаются сверху, понравятся маленьким деткам. Выглядит ярко, интересно и красиво. Посмотрите, какие красивые кружки появились. Особенно мне понравились вот такого плана за 99 рублей с красивыми золотистыми буковками. А также вот такие тоже красивые, стильные, с графическим дизайном, буквами и цветочками. Ну а теперь пробежимся немного по игрушкам. Что же в этом отделе появилось нового? Большой привоз шарнирных кукол «Фея Офелия». Стоят они 199 рублей. Вполне милые куколки, ручки-ножки сгибаются, да и по рисовке они неплохие, миленькие. Маленькие наборы куколок состоят из двух тоже шарнирных куколок. Ножки сгибаются, ручки сгибаются. Миленькие, интересные. Как же надоел этот режим самоизоляции и каждый день как день сурка. И мне захотелось порадовать себя чем-то интересным, и я обратилась в библиотеку ароматов. И посмотрите, какой интересный одеколон я себе приобрела. Называется он «Амстердам», и я даже не могу передать словами его нотки. Это настолько новый и интересный аромат, что нигде, даже в наших магазинах, в интернет-магазинах, я не встречала подобные ароматы и нотки. И чем же меня заинтересовала эта библиотека, так тем, что в их линейке 250 ароматов, которые не найдешь в других магазинах. Они настолько индивидуальны и в то же время прекрасно между собой сочетаются и смешиваются, подходят к любому времени суток, к любому мероприятию, а также это практически экологичный продукт, потому что в них нет эмульгаторов, парабенов, красителей и других вредных компонентов. Также мне понравилась необычайная стойкость этого аромата, продержался он на мне практически целый день. А еще хочу обратить внимание на лаконичный, но в то же стильный дизайн упаковки. Флакончик настолько минималистичен, но мне нравится этот вид. Нет никаких вычурных декоративных элементов в упаковке, которые бы могли удешевить данные ароматы и представления. И да, друзья, если кто-то захочет ознакомиться поближе с линейкой ароматов и почитать интересное описание о них, переходите по ссылке в описании под видео, там много интересной информации. А также появились в продаже вот такие куколки в пластиковых яйцах, цена 99 рублей, насколько я помню. Подобного плана продавались куклы и в светофоре. Внутри находится маленькая куколка с дополнительными аксессуарами, туфельки, платье и какие-нибудь цветочки, очки, либо ожерелье. Снова появились в продаже летающие шары со светом за 199 рублей. Игрушка очень интересная, однако учтите, что у них очень хрупкие лопасти. Также в большом количестве представлены мыльные пузыри, а также сменные жидкости в больших флаконах, куча различных слаймов с бусиками, с глиттером. Ну, конечно, очень завораживающе, даже для меня, 30-летней женщины, интересно было разглядывать эти баночки. Снова появились в продаже пластиковые тележки за 199 рублей. Изготовлены они из плотного пластика на четырех колесиках, а также на веревке. Эти тележки очень нравятся деткам. Можно складывать туда игрушки, возить ведерки. Да, по качеству исполнения они мне понравились. Колесики держатся хорошо. Так что, я думаю, смело можно своим детишкам покупать. Набор водяных бомбочек
В этой упаковке 290 штук. По факту это маленькие воздушные шарики, и их можно, в принципе, использовать как воздушные шарики. Наливается туда вода через кран, завязывается и бросается. Интересное времяпрепровождение, советское, особенно когда не выйдешь на улицу. С балкона кидать точно интересно. Биоразлагаемые пакеты для мусора в упаковке 10 штук большого объема в 120 литров. У Xiaomi появился новый шампунь за 99 рублей серии «Энергия природы» с маслом оливы и алоэ вера. Бюджетная краска для волос за 99 рублей называется Perfect Professional, и в основном это русые оттенки и каштановые. Гель-уход от Nivea крем-какао за 99 рублей. Отзывы по этому гелю очень хорошие, густая консистенция и приятный шоколадный аромат. Универсальный крем для тела, который также можно использовать в качестве крема для рук, тоже от Nivea. Большая банка объемом 300 мл стоит 199 рублей. Маска для волос за 99 рублей в больших золотистых банках. Подходит для сухих и ослабленных волос. Вообще, я читала раньше отзывы про нее, что она действительно очень хорошо смягчает волосы. Большое количество жидких патчей, сывороток, тоников и гелей для умывания от Синдо представлена практически вся линейка. А также сейчас появилась в продаже мицеллярная вода от Nivea за 199 рублей, большой объем 400 мл. Прекрасно снимает остатки макияжа с губ, с глаз, не требует смывания и без ароматических отдушек. Подходит для сухой и чувствительной кожи. А также появилась мицеллярная вода и от Garnier. Объем тоже 400 мл. И цена такая же, 199 рублей. Фикспрайс не перестает удивлять, и появились босоножки Сабо за 199 рублей. Подошва у них пластиковая, но пластик очень и очень плотный, твердый, размеры разные. Верх выполнен из кожзама, который имитирует настоящую кожу, имеется строчка. Внешне выглядит ничего, такие босоножки подойдут в основном на узкую ножку. Комнатные тапочки, тоненькие, на мягкой подошве, стоят 99 рублей. Различные палантины, цены от 149 до 199 рублей в зависимости от размера. Расцветки тоже разные, есть палантины более плотные и более такие легкие шифоновые. Джинсовые кепки за 199 рублей, в основном это женские, украшены стразиками, различными бусинками, декоративными элементами в виде звездочек, ну, смотрится интересно, по посадке больше подойдут на маленькие головы. Также есть тканевые мужские кепки за 199 рублей и обычные такие кепочки без каркаса по 99 рублей. Специальное средство для растяжки обуви за 55 рублей в виде спрея. Обновленный дизайн чехлов для одежды за 77 рублей. Теперь чехлы украшены рисунком, размеры 65 на 100 сантиметров.
Металлическая полка с пластиковыми вставками для обуви стоит 199 рублей. Она четырехъярусная, размеры 40 на 18 сантиметров и высота 58 сантиметров. Всего можно уместить до 8 пар. Также эту полочку можно использовать и для хранения каких-то других принадлежностей. Можно поставить ее, например, под раковину, либо вставить маленькие цветы по типу фиалок и куда-нибудь на полку приспособить. Вариантов использования очень много. Ну вот и в наш магазин попали подставки для столовых приборов. Изготовлены они из пластика. Имеется много отделений. Большое отделение для хранения ножей. Сверху вставляется крышечка с прорезями. Также имеется два отделения для хранения столовых приборов, десертных ложек. Выполнено все из пластика. Продается в трех цветовых решениях: пудрово-розовый, серый и зеленый цвета хаки. Пластиковые бутылочки для соуса. Вообще такие бутылки используют в кафешках, стоят 55 рублей, пластик мягкий, полуматовый. В большом количестве привезли вот такие наборы баночек. Баночки пластиковые по 149 рублей. И что мы имеем в наборе? Одну большую литровую банку и две маленьких пол-литровых. Продаются в двух цветовых решениях. Это розовый и черный. Контейнер для микроволновой печи с двумя вынимающимися вставками. Выполнен из пищевого пластика, полупрозрачная крышка, стоит 149 рублей. Большие контейнеры за 149 рублей, тоже в оранжево-желтых тонах. Подойдут они для хранения продуктов, выполненные из пищевого пластика. Две застежки, защелки, а также крышка в комплекте. Крышка еще оснащена ручкой для переноски. И из этой же серии продаются вот такие пластиковые подносы за 99 рублей. Ну что, друзья, вот и все новиночки на сегодня. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Если это так, поддерживайте пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а на сегодня это все. До скорых встреч и пока-пока.